Приветствую вас, друзья. В этом видео я вам расскажу способ, который подошел в моем случае для исправления игры PlayerUnknown's Battlegrounds. Меня постоянно выкидывало из этой игры. В игру у меня входило, меню работало, все нормально, компьютер у меня не слабый. В игру у меня наиграно 3000 часов. Время от времени делаю перерывы, иногда даже большие от игры, но потом хочется зайти, посмотреть, что там произошло с игрой, немного поиграть. Вот после очередного большого перерыва я зашел, вроде бы все в меню работало, но во время того, как я уже играл, меня выкидывало то при полете на парашюте, то в самой катке, когда я ездил на машине, выкидывало на рабочий стол с ошибкой, то неизвестная ошибка, то какая-то билиберда. Я эту ошибку отправлял, там кнопку нажимал, но в принципе, чё понту с этого, что я там что-то нажимал. Отправился я в дебри интернета искать же, как же починить мою игру или мой компьютер, что не так. Все игры у меня работают, но не все. Вот PlayerUnknown's Battlegrounds решил, что за те полгода, пока я в него не играл, или может быть даже больше, хватит уже, наигрался 3000 часов, иди гуляй. За это время вышло порядком много патчей, игра стала вроде бы бесплатной, подобавляли каких-то там директриксов всяких, 11-х, 12-х, которые в основном корявые во всех играх и часто из-за них все глючит и выкидывают. Директрикс у меня стоит дефолтный, самый старый, поскольку он самый оптимизированный, по крайней мере, я так думаю. И вот что же мне помогло. Перепробовал я кучу всего. Увеличение файла подкачки. Хотя у меня 16 гиговой оперативы, этого с головой должно хватать PUBG. Это мне не помогло, поэтому я его включил, посмотрел на него, выкидывают с ним точно так же, как и без него, и выключил. Стоит у меня файл подкачки по выбору системы, и все. Так было, и так пусть и будет, поскольку он все равно не повлиял никак. Потом рекомендуют удалить файлики с настройками игры. Нажимаем Windows R и туда пишем знак проценты, local updata, проценты, slash, tsl game, slash saved. Вот эту билиберду написали, Enter, у нас открывается папочка, там есть настроечки, файлики, inish, mini, там вот это вот все удаляем. Заходим в игру, у нас настройки сбросились, эти файлики заново загрузились в эту папку. Заходим в игру и выкидывают, как и выкидывало. При этом многие под видосом, который я смотрел, говорят, что эти файлики заново закачиваются. И тем, кому этот способ помог, а вроде как кому-то помог, файлики заново загружаются. Что в принципе очевидно, так всегда и везде происходит. Это файлы настройки игры. Они в любой игре заново закачиваются. И опять людей выкидывают. Но большинству тоже этот способ не помог, по комментариям это видно. И мне тоже не помогло. Поэтому сбрасывать настройки затея так себе. Также можно еще удалить файлики античита. Этого я даже не пробовал. Может быть, кому-то этот способ тоже поможет. Файлики античита лежат в папке BattleEye. Где-то в папке с игрой. Честно говоря, я этим не занимался. Помогло это кому-то или нет, я, честно говоря, без понятия. Также некоторые рекомендуют в видосе 4-летней давности откатить драйвера назад. Но я думаю, я ни разу этим не занимался, хотя многие в некоторых играх советуют иногда это делать, если что-то там не так. Но я ни разу это не делал, не знаю, где это, как это, что это, куда это. Я даже не пробовал, ни разу мне этот способ не пригодился, поскольку я им и не пользовался. Всегда решение всех проблем во всех играх было в другом. Также нужно отметить, что многие, кто пишут, что у них из игры выкидывают или не загружаются, у них попросту слабые компы и они не подходят по минимальным требованиям. На это тоже нужно обратить внимание. У меня же компьютер, хоть и далеко не новый и не самый мощный, но по параметрам подходит, и я в PUBG 3000 часов на нем как-то наиграл. Даже еще и стримил. Процессор i7-77200K, не разогнанный. Всяких каких-то там проблем из-за этого у меня не может быть, поскольку он дефолтный, как есть с завода. 16 гиговой оперативы и видеокарта 1070. Я думаю, что такого компьютера для PlayerUnknown's Battlegrounds должно хватать за глаза. Ну и способ, который помог лично мне. Можете, конечно, в комментариях написать, что я долго подводил к этому.
Надо было сразу в первую секунду вам рассказать, чтобы видос был продолжительностью секунд 20. Но я, как обычно, рассказал всю историю, чтобы вы прочувствовали весь мой путь страданий и мучений, поскольку я переустанавливал игру раз 5, проделывал различные манипуляции, из игры меня выкидывало миллиард раз. И вот после переустановки Visual C++ 2005, 2007, 2008, там, 2010, 2017, 2019 и 2022. Причем последние 2017, 18, 20 и 22, они все вместе как-то переустанавливаются. Вот после переустановки этой билиберды, о чудо, я захожу в PlayerUnknown's Battlegrounds, запускаю чудо-режим с ботами, чтобы протестить эти выкидывания. Специально езжу по тем деревяшкам возле починок на машине, где меня всегда выкидывало. В одном и том же месте, четко всегда выкидывало. В этот раз, вы даже на видосе видите, что я специально в одних и тех же местах там проезжал пару раз, меня не выкидывало. И вообще всю катку я катался на машине, ничего не выкидывало. На парашюте меня тоже не выкинуло, потому что если бы выкинуло, катки, ну и не было бы. Итак, заходим в удаление или изменение программы. Для этого Windows 10, если у вас Windows 10, как у меня, нужно ввести панель управления в поле поиска на панели задач на рабочем столе слева внизу. Ну и потом иконка программы и под ним пункт удаления программы. Нажимаем на нее и появляются все программы, которые у нас установлены. И здесь есть у нас Visual C++. От 2005 года до 2022. Некоторые рекомендуют их все удалить, а потом устанавливать. Я их не удалял. Если хотите, можете удалить. Я просто зашел на сайт Microsoft и установил все Visual C++ с 2005 по 2022. При установке я просто выбирал не удалить, а переустановить. Вот и все. И мне помогло. Причем нужно вроде как переустанавливать и x64, и x32, которые являются и x86. Я переустанавливал только x64, поскольку Windows на x64, я думаю, у вас у всех то же самое, поскольку x32 это устаревшее говно. Но чтобы устаревшее говно работало, x32 тоже нужно переустановить. Попробуйте переустановить все. И x64, и x86. Все, что там есть. Я оставлю ссылку в описании и в комментарии на ту страницу, где устанавливал я, с сайта Microsoft. Там они, эти Visual C++, они все там есть в ряд. Сразу там кнопка скачать, установить. Я их все вот так в ряд скачал, установил. И все. И PlayerUnknown's Battlegrounds залечился, полечился, починился и работает. Вот в принципе и все. Обязательно в комментариях пишите, если у вас тоже какие-то проблемы с игрой были, и вы нашли способ, как эту проблему обойти, починить. Поскольку не всегда в видео есть то, что нужно некоторым зрителям. Но в комментариях даже я сам иногда находил нужное решение. Для этого пишите крупными буквами в начале, если вы что-то нашли и что-то исправили, пишите, что я исправил такую-то, такую-то проблему, и дальше описывайте. Это многим часто помогает, поскольку вас много, а я один. Я физически не могу сам во все проблемы с игрой влезть и сам их все починить. Но зрителей много, они больше на себе за счет массы испытали всяких проблем с игрой и больше нашли решений этих проблем. Поэтому некоторым это будет полезно. На этом все. С вами был Варчик, играть красиво. Всем пока. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь.